Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наш урок по недельной главе Торы Хукат. Значит, у нас события закончились на том, что Аарон умирает. Мы знаем, что он умер на горе Гор. Масороте он, получается, умер духовно. Все его наследие рухнуло, когда мы перебились в гражданской войне между левитами и сынами Израиля. Теперь мы вернулись. Всевышний нам подарил Амалека. Мы его разгромили. Написано, что Аарону было 123 года, когда он умер на горе Хор. Он умер 1 Ава 2487 года. Это был пятый месяц. После этого мы отправились от горы Гор, пришли в Цальмону, а после Цальмоны прошли в Пунон. И написано, начал роптать народ на Моше, на Всесильного. В общем, мы уже опять пришли к тому, на что мы много раз натыкались. Недовольны мы были в пустыне, все нам не подходило. И Всевышний прислал ядовитых змеев, сарафов. У них горячий яд, они нас убивали, реально жарили, убивали. Мидраш пишет, что они были толщиной в бревно. Были страшные змеи. И куда деваться? Мы прибежали к Моше, мы согрешили, спасай. Молись Всевышнему, мы согрешили. Моше, естественно, как всегда, молится, просит Всевышнего. Всевышний говорит, возьми, выруби себе змея, и каждый, кто будет смотреть на змея, будет выздоравливать, после того, как змеи будут кусать. Моше вырубил медного змея, прикрепил его на шест, и когда на змеи кусали, мы молились Всевышнему, и перед глазами у нас был этот змей. Потому что мы своим языком пускаем яд, когда мы говорим злоязычием, занимаемся, то так и пускает своим языком яд змей. И вот мы знаем, за что мы страдаем. И когда мы раскаиваемся, искренне молимся Всевышнему, то мы выздоравливаем. Этот змей не убрал змеев. Не убрал. Всевышних не убрал. Потому что если бы он сразу убрал змеев, то надолго ли нас бы хватило. А так мы знаем, что нас будут кусать, и мы все-таки боимся. Просто когда уже нас кусают, мы тогда со всей силы начинаем молиться, и это работает. И этот змей был очень долго, пока царь Хизкияху его не разрубил. Потому что через много лет, когда мы уже жили в стране Кнаан, дошло до того, что мы начали ему воскуривать, как будто это божество какое-то. И царь Хизкияху взял его, разрубил. И мудрецы признали его правоту, что он правильно сделал тогда. После этих событий вышли из Авота, пришли, то есть из Пунона, это стоянка называется Пунон, где змеи нас кусали, пришли в Авот, а из Авота пришли в Ей-Гаварим, что на границе Моава. Потом написано, что вышли из Йима. Но мы же пришли в Ей-Гаварим, как же мы могли выйти из Йима? То, скорее всего, здесь происходят события степи Моава. А кто на нас набросился в степях Моава? Это были цари эморейские, Сихон и Ох. И очевидно, так мы их разгромили, то Ей-Гаварим стал Йимом. То есть это у нас не первая история, что меняется место. У нас было такое, что когда мы подходили к морю Суф, чтобы перейти его, там тоже поменялось название. Ей-Гаварим стал Йимом. Там есть такое тоже место.
пришли в Иегаварим, вышли среди моря в пустыню, и вышли из Йима, и пришли среди моря в пустыню Шур. Вот там тоже место меняет. Здесь тоже, очевидно, поменялось, потому что события битвы с Сихоном и Огом, будем потом это разбирать. Потом написано, что мы пришли в долину Зерет, и потом написано, очень интересная фраза, говорят сказители, как сказано в книге «Воинс Бога», «Вагев Суфе и потоки Арнона». Что это за фраза такая? Какой Вагев Суфе? Какие потоки Арнона? Нам об этом ничего не сказано. Что это такое? Но мы же с вами знаем, что такое Суф. Это похоже, что это море Суф, которое нам Всевышний раскрыл, и мы по нему прошли посуху среди моря. Это чудо мы понимаем, потому что мы его знаем. А что такое потоки Арнона? Не знаем, но очевидно, это что-то тоже большое. И мы узнаем из нашей устной традиции, что же произошло. Были скалы, через которые мы должны были пройти в пустыне. И они были, эти горы, они были расположены напротив друг друга. Так что если человек говорит на одной горе, было слышно о другой. Эти горы были рядом. Мы должны были всем народом проходить между этих гор. Эмореи засели на одной скале, а с другой стороны засели моавитяне, и они нас поджидали. Мы должны были пройти между этих гор, а они бы нас забили камнями, и мы пали в ловушку. Но не тут-то было. Всевышний взял и сдвинул эти горы между собой и раздвинул. И шипы вошли во впадины, где скрывались наши враги. После этого Всевышний развернул речку, этот поток Арнон, и пустил между этих скал. И когда мы шли, нам навстречу идет эта река. И мы смотрим, что кровавая река идет навстречу. И там части человеческих тел. Что произошло? Это Всевышний так нас спас. И поэтому мы знаем, что такое потоки Арнона. То есть Вагев Суфи и потоки Арнона. То есть наш Всевышний в очередной раз сберег в пустыне. То есть врагам он нас убивать не давал. Если мы грешили, да, мы погибали за наши грехи, и погибали мы от мора, который Всевышний наводил, от огня, это мы знаем. Но никогда наши враги не касались. Особенно после того, как мы получили Тору. Один раз Амалек нас действительно убивал, когда мы говорили, есть ли Бог среди нас или нет. Это было в Рефидиме, но это еще до дарования Торы. За несколько дней. А вот теперь, после того, как Тору получили, как бы ни было, мы погибали от мора, погибали от огня, погибали от змеев, но ни в коем случае не от руки человека. Вот так. То есть Всевышний нас берег невзирая ни на что. И всегда надеялся, что мы будем себя хорошо вести. На что мы с вами и надеемся, что мы дойдем до такого уровня, что Всевышний нами будет доволен. В первую очередь написано, что тот, кем люди довольны, тем и Всевышний доволен. Вот надо хотя бы стараться быть такими людьми, чтобы люди были нами довольны. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха парнаса кавана. Мазал тов, что мы это время не грешили, изучали Тору. Урок был дан за поднятие души. Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, Роза бат Михаил, Самуил бен Герш, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бат Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бат Ривка, Полина Пер бат Соня Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен София, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бат Ита, Фира бат Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Вадим бен Татьяна, Юлия бат Белла, Мазал Парасас Гула, Ирина бат Ури, Арон Арье бен Ури, Шедух, Арон Арье бен Двойра, Денис бен Нахум, Авигал бат Сара. За Парнаса и Бриют Владимир бен Рая, Марина бат Рая, Борис бен Марина. Всем всего самого лучшего. Делитесь этим видео с друзьями. До следующих встреч. Надеюсь, это будет завтра. 15:30. Блин, это...